Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Олександр Гамоля. Добрий день. Белорусская чыгунка сегодня открыла регулярные межрегиональные пассажирские перевозки бизнес-класса по накірунку Гомель-Минск. У первую поездку электротягник Интерсити отправился у 7:01 раницы и прибыл в столицу 9:59. Тягник на электротязе станет штодзённым. У накірунку Минска он будет ехать без припынка у дорозе. Подчас вертания у Гомель спынится на несколько хвилин у Бобруйску и Жлобине. Переваги новой послуги айчынной чыгунки оценил Олег Синтюров. Призначение электротехника по накірунку Гомель-Минск – потребование часу. Эта линия – одна из самых пассажиронапруженных на белорусской чыгунце. До речи, вырешено покинуть в раскладе руху и звычайный техник, который делает припынки на всех больше-меньше буйных станциях. Что тычется кошту проезда у электротехнику, то он выше не идет на полову. У салоне другого класса, например, до Минска можно доехать примерно за 8 доминованных рублей. У салоне первого класса цена билета крыху больше, але и умовы иншие. Бадай самое утульное место у салоне первого класса, который находится в первом же вагоне, дякуючи конструктивным особливостям, тут створены больше комфортные умовы для отпочинку и работы подчас поездки. До речи, все вагоны электротехника заявляются зоной, свободной от курения. Электротехник Интерсити, распрацаванный по техническим заданиям белорусской чыгунки для эксплуатации у формате бизнес-класса на отлеглости до 500 км. Причем именно этот техник пеший, який выраблены на белорусско-швейцарском предприятии Штадлер Минск. Вытворцы запевнивают, по якости он ничем не соступает замежным аналогам. Люди очень компетентны здесь. Значит, это видно примерно обучение сварщиков у нас. Получилось гораздо быстрее, чем мы обычно занимаемся у нас в Швейцарии. Это, может быть, это исторически. Люди просто это делают лучше. Во всех вагонах электротехника «Гомель-Минск» предугледжены такие послуги, как бесплатный доступ до интернета, индивидуальное осветление и махчимость зарядки мобильных телефонов. Плюс экраны с информацией о маршруте, температуре поветра и худкости руху. Тягник отповедает усим сучасным потребованиям по уровню комфорта, у тымлику для людей с обмежеванными махчимостями. Все продумано, эргономика, все очень правильно. Пандусы сделаны идеально для инвалидов, как бы не затруднит подъем пожилых людей. Все сделано с умом, мое мнение. Самое главное то, что время экономится. Вот, пассажиров очень красиво внутри, очень свободно, все продумано для человека. Открытие нового накірунку стало возможным после завершения реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Гомель-Жлобин-Осиповичи. Теперь во управлении белорусской чыгунки огучивают планы развития межрегиональных перевозок бизнес-класса помеж Минском и иншими областными центрами с перспективой выйти на международные линии. Следующий этап это у нас будет международный. С учетом завершения электрификации в 2017 году в направлении Литвы и Вильнюса, то на этом маршруте уже будет работать подвижной состав именно для международных линий. Олег Синтюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». До інших тем. Звичайная работа по патрулированию улиц с працовниками отряда милиции особливого призначения привела до раскрытия злочинной схемы распаўсюджвання наркотиков. Была затримана гамельчанка, при якой знайшли амаль паўсотні доз наркотичного речева. На жанчыну звернули увагу на улице Вишневой. Яна уступила в конфликт с мужчиной. Милиционеры подошли, каб высветлить обставины. Раптом жанчына начала утекать от правоохоўнікаў, чым и выдала себе. Як потом стало вядома, 26-годовая официально беспрацовная гамельчанка – дробный курьер. Робила закладки наркотичных доз. При ее знайшли свыше 40 пакетиков с курильными сумесями, агульной вагой больше за 30 грамм. Это так званый спайс – моцный психотроп. Жанчына працавала на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Зараз идет разбиральництво и пошук інших гандляров, их куратора и организатора злочинной группы. У Гомеля на базе войсковой части 5525 начал работу военно-патриотичный лагерь для навученцев установ профессийно-техничной адукации. Его удельниками стали 25 подлетков, большинство из яких потребует повышенной уваги дорослых. Это уже другий лагерь, организованный на базе войсковой части этим летом. У первую измену удел у им приняли навученцы средних школ областного центра. На протягу 9 дзен подлетки живут практически по таким же раскладе, как и военнослужащие. От ранешней зарадки до
строевой и огнявой подрыхтовки. А про чатагу у программе их знаходжение продуглежено наведывание установ разного профиля на территории Гомеля. По словам организаторов, работа подобных лагеров накирована на снижение узровню подлетковой злочинности. Згодно с оперативными даденными, у поравнании с отповедным летошним периодом, у первом погоде гэты покашек снизился амаль на 20%. Але сярод молодых людей все еще застаются распаусюдженными такие злочинства, как хулиганство и крадяжи. Это употребление алкогольных напитков, появление в общественном месте состояния алкогольного опьянения, ну и болезнь для наших несовершеннолетних, то, что они находились на улице после 23:00 без сопровождения родителей. Дарэчы, пытанне намесніку старшыні камісіі па справах непаўналетніх гомельскага аблвыканкама Яўгену Міткевічу можна будзе задаць сёння падчас праграмы «Дыялог». Гаворка ў студыі пойдзе пра работу з дзецьмі ў летні перыяд, меры профілактыкі падлеткавай злачыннасці і няшчасных выпадкаў. Глядзіце праграму «Дыялог» у прамым эфіры на тэлеканале «Беларусь-3» сёння ў 18:50. Нумар тэлефона ў студыі 77-68-45. Працягваем выпуск. У парку фестывальня абласнага цэнтра прайшла канцэртная праграма «Моладзь. Творчасць. Будучыня». Гэтае мерапрыемства стала працягам абласной патрыятычнай акцыі «Маёй краіне», якая мае некалькі накірункаў. Так, гэтае мерапрыемства арганізавалі ў рамках накірунку «Маёй краіне. Мае добрыя справы». Под открытым небом свои таленты у Вазе Гамельчан представила молодь Советского района. Дарэчы, свои творчие идеи инициативные молодые люди при подтримке районной администрации реализуют на протягу всего лета. До этого уже отбылося 7 подобных мероприемств. У каждого была своя накированность – спорт, музыка або мастерство. У гэты ж вечар маладыя супрацоўнікі прадпрыемстваў района і студэнты ўручылі гасцям свята паветраныя шары і выканалі для іх свае любімыя песні. По окончании мероприятия, то есть люди, которые здесь гуляют, они всегда говорят большое спасибо, потому что это концерты для них, это праздники для них, которые дарят. И, например, когда тут выставляются выставки, это действительно открытие для очень многих. Вот даже жители нашего района не видят, не знают это. Вот у них есть возможность познакомиться с тем, чем живут наши студенты, наша молодежь. И об спорте. Протягиваются баталии на ледовых аренах Кубка Салея. Третий тур группового этапа звел помеж собой лидеров подгруппы «Б» и подарил аматорам хоккея черговую серию Полесского дерби. А это заусёды напруженные и отказные матчи. Гомель и Металлург после стартовых поединков имели 100% выник. Правда, гамельчане гуляли усяго другий матч Кубка, а жлобинский клуб уже третий. Максима гэта стомленность и поуплывала на выник. Сталевые волки близко не сдолели продемонстрировать свой лепший хоккей. У середине первого гульнявого адреску гамельчане с невеликим перапынком записали у свой актив две забитые шайбы. Аўтарам дубля стаў Яўген Хузеяў, а далей гаспадары лёду з задавальненнем карысталіся памылкамі і пазіцыйнымі пралікамі жлобіна і прымушалі галкіпраў гасцей прапускаць па дзве шайбы кожны перыяд. Аўтарам апошній стаў Яўген Саламонаў, прычым практычна не рухаючыся з месца. 6-0. Прекрасно понимали, как будут играть соперники, что будут делать. Я очень рад, что хоккеисты, прежде всего, несмотря там ноги больные, не ноги больные, идет прецизионная подготовка, подошли очень серьезно к этому матчу и добились субъективного результата. Наступный матч Кубка Гомель проведет 4 жнивня на выезде супрать Солигорского Шахтера. Металлург в этот день принимает дома хоккейный клуб «Лида». Рэжыцкі велагоншчык Васіль Кірыенка будзе несці дзяржаўны сцяг Беларусі на цырымоніі адкрыцця 31-х летніх алімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра. Рашэнне прынята па рэкамендацыі міжнароднага алімпійскага камітэта ў сувязі з тым, што сцяг павінен несці дзеючы спартсмен, а не трэнер. Таму алімпійскага чэмпіёна Сергея Мартынава, які адправіўся на гульню ў якасці трэнера, заменіць славуты велагоншчык. Васіль Кірыенка з'яўляецца чэмпіёнам свету і пераможцам першых еўрапейскіх гульняў, якія прайшлі ў Баку год таму. Нагадаем, цырымонія адкрыцця алімпіяды ў Рыа-де-Жанейра адбудзецца 5 жніўня. Тэлеканал «Беларусь-1» пакажа прамую трансляцыю ўрачыстай цырымоніі ў 1:15, а ў дзень у паўтору яе можна будзе ўбачыць у эфіры каналаў «Беларусь-1» і «Беларусь-5». Гэтыя іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамоля. Усяго вам добрага і да наступных сустрэч у эфіры.